когда создавался клуб, мы вместе с Магомедом Султаном Байбулатовичем, мы вместе поехали в Хасавюр, зашли к нему домой и уговорили его, что он пришел к нам в команду. И мы ездили за двумя игроками, Акаевым и Гасанбеком. Акаев отказался, а Гасанбеков, он приехал и стал действительно лидером, душой команды такой. Хороший был футболист, жалко, конечно, что он маленькую жизнь прожил футбольно и вообще целым жизнь маленькую прожил. Гасанбеков Ибрагим, конечно, был футболистом очень одаренным, одаренным физически, одаренным технически. Он был гроза защитников наших соперников. Он мог один сам решить и игру, результат дать. Вообще, в принципе, команда, вся игра и строилась на Ибрашке Гасанбекове. Ибрагим – харизматичная такая личность для Анжи, в общем-то, не только для Анжи, наверное, а для Махачкалы, для Дагестана. Напористый нападающий, настоящий друг, который, в общем-то, не подведет, наверное, в сложную минуту. Помню его действительно таким, знаете, мощным таранным форвардом, вот, который помогал нам добиваться побед, который очень много забивал, хорошо играл головой. Ну и в целом, как личность, конечно, такая неординарная, да, настоящий человек и настоящий лидер. Поэтому очень хорошо, что мы так вспомнили, да, Ибрагима, и светлая ему память.